Экспресс-курсы компьютерной грамотности начали работать в библиотеке Маяковского в марте 2013 года. К центральной библиотеке также присоединился молодежный библиотечно-информационный центр на Московской. Цель курсов – сформировать навыки компьютерной грамотности у людей старшего поколения, научить их пользоваться новыми информационными технологиями. Чуть больше 10 лет работы курсов мы обучили более 400 человек, и если учесть, что кто-то проходит один курс, кто-то два курса, кто-то только второй курс, то в общей сложности мы провели более 3000 занятий. Экспресс-курсы рассчитаны на людей пенсионного возраста и состоят из двух циклов. В первую очередь человек знакомится с составными частями компьютера и их функциональным назначением, базовым пакетом программ Microsoft Office, изучает программы Word, Excel и PowerPoint, пробует создать ярлыки и папки, работает с поисковиком на компьютере. Второй цикл занятий рассчитан на исследование возможностей интернета. Это поиск информации. Это скачивание информации, текстовой, графической, видеоинформации. Это создание электронного почтового ящика, покупка железнодорожных билетов или посещение различных плеймаркетов для покупки товаров, услуг. На курсах также рассказывают, как работать с порталом госуслуг, как записаться к врачу онлайн или найти сайты городских СМИ, администрации, Думы и библиотеки. Занятия проводятся в индивидуальной форме либо в мини-группе по 2-3 человека. Сотрудник библиотеки дает лекционную часть, практические упражнения на компьютере и домашние задания. Экспресс-курсы предполагают по 4 занятия в каждом цикле. Записаться на курсы можно по телефону 9-94-06. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.